Ой, жесткая атака началась. Прячемся! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Roblox Doors. Эта игра обновилась, как я понял, и это отличный повод, чтобы снова в нее поиграть, так как в прошлый раз, в прошлом видео, я ее не прошел до конца, но вы можете вот заценить этот видос, потому что там много прикольных моментов моего ужаса, крика, страха. Сейчас, короче, я постараюсь пройти ее целиком полностью. Вроде как тут 100 дверей, а может быть и 1000. Хрен его знает, сколько здесь дверей. Давайте возьмем ключ и просто пустимся в эту отчаянную прогулку. Так, забери уже ключ, еще он не берет его. Все, взял. Молодец. Открывай. А, надо удерживать, все. Окей, я подзабыл. Давно играл последний раз. Итак, здесь надо обязательно лутать все это дело. Что-то мы взяли, что-то мы не взяли. Закрывайся. Здесь ничего нету. Нужно находить деньги, нужно находить шкафы, чтобы прятаться. Это я помню. Все, выходим. Главное не запороться. Я хочу попробовать с первого раза пройти. Как вы думаете, получится или нет? Поставьте лайк, чтобы получилось. Уверен, лайк каким-то образом в этом помогает. Первый враг наш будет. Это такой летающий туда-сюда монстр. Что? Ай. Ай-яй-яй. Шкаф! Шкаф! Черт, успел! Я успел каким-то чудом. Все, по-моему, можно выходить. Почему он не выходит, ребят? Да не выходит он! Что за бред? Почему двери уже все открыты? Кто открывает эти двери за меня, не понимаю. Может быть, это дух, который пролетел, он взял и открылся? Да, я знаю, что у него есть какое-то имя, но я не знаю этого имени, к сожалению. Где проход дальше? О, походу, где-то здесь. Да, я вижу его, но я не могу пройти здесь. Что-то должно произойти, чтобы все это разлетелось, наверное, по сторонам. Давайте походим по комнатам. Так, вот это подсвечено. Не зря это... Ключ от 18-й. Все, я как бы его взял уже. Смотрите, это куда меня ведет? В обход. Дверь даже не открывалась, я сквозь нее прошел. Есть. А! Не бойся, я вовсе не монстр. Погоди, я тебя знаю. Все верно, я ВК Плей. И открыв мою дверь, ты попал в прекрасный дружелюбный мир для всех геймеров. Здесь меня не будут пугать? Конечно нет, но у тебя будет прилично поводов покричать. Например, когда ты узнаешь, что у меня ты найдешь игры любого жанра и на любой вкус. Как новинки, так и всем полюбившаяся классика. Огромный каталог, включая эксклюзивные новинки. И Atomic Heart есть? Так, не перебивай меня. Конечно, Atomic Heart есть. В отличие от других мест, в которых я был, здесь так уютно у тебя. И за окном солнце светит, и облака такие красивые. Это не просто облака, а облачный гейминг, где ты сможешь арендовать виртуальный компьютер и играть в лучшие игры в отличном качестве. Даже на старом железе? Слушай, перестань меня перебивать. Ты и так все видео болтаешь. Дай мне спокойно договорить. Все видео? Откуда ты знаешь? Знаю про видео. Ну что, приятно, когда тебя перебивают, а? Я тебе скажу больше. Это не просто видео, а целый стрим, который транслируется через ВК Play Live. Причем в отличном качестве. На огромную аудиторию. Посмотри, что тебе пишут в чате. Вот именно, не перебивай. Окей, я молчу. Здесь понравится и любителям киберспорта, так как у меня проводятся киберспортивные соревнования, как профессиональные, так и любительские на любой вкус. И даже есть медиаплощадка, где ты сможешь быть в курсе последних новостей из мира гейминга и индустрии развлечений. Одним словом, в ВК Плей ты познаешь все грани гейминга. Че за? Ага, это просто гром. Просто дождь. И это просто действует мне на нервы! Слышите, летит! Скорее! Есть, хорошо, выходим. Все, я вышел. Все нормально. Нужна будет новая зажигалка очень скоро. Либо факел, либо фонарик. Ну, открывайся. Открывайся, бэч! Что это? Что это за звук? Пойдемте-ка отсюда. Какого дьявола? Какого дьявола сейчас было? Меня откинуло назад. Это часть игры или это просто меня откинуло, потому что баг какой-то случился? Ключ нашел, отлично. Значит, мы можем пройти дальше. Итого, 23-я комната уже. 24-я. А что нас туда наверх зовут? Я не знаю. Не пойду я туда. Идем лучше в 25-ю. Что? А отсюда нет никуда больше пути. Разве что в камин? Ага. Это загадка. Все, поменяли местами. И теперь вот эти две. Да. Слушайте, это прикольно. Я даже немножко растерялся сначала. Здесь нужно будет еще один ключ найти, а ключ лежит прямо тут-то. Нет. Нет. Это значит, что монстр здесь? Черт, быстрее! Есть! Да, каждый раз, когда фонари мерцают, значит, что оно идет за мной. Все, выходим отсюда.
О, нет, все, мы без зажигалки. Но благо свет включился. Смотрите, здесь я нашел какой-то сундук и... Нужен ключ специальный. Давайте пошарим, найдем ключ. Мне интересно посмотреть, что в этом сундуке. А я и не узнаю, потому что здесь нет никакого ключа. Я, видимо, где-то должен его в другом месте найти. Может быть, это какая-то отмычка? Какая там у нас уже дверь? 29-я. Черт! Это была обманка! И мне достижение, что это не та дверь. Спасибо. Ладно, но здесь-то... Что здесь? Ничего. Как я должен... Я видел, что свет мерцал. О, блин. Так, я должен в это смотреть. Или как? Или что? Я не помню, что нужно делать с глазами. О, блин. 33, 30... Погодите. Что? 32, 33... Сволочь! Я не посмотрел, какой номер нужен. Ладно, пойдемте в 33. Я понял логику. Они меня обманули. Типа, сыграли на моем желании пройти дальше. Скипнуть комнату. Типа, я... Ладно, пойдемте. Пойдемте-ка вот сюда. Там что-то страшное было, да? Он даже меня не испугал. И даже не отнял мне хп. Кстати говоря, хп. Я не знаю, как их пополнить. Это было лучше сделать прямо сейчас. Да поскорее. 33, 34... Они опять это делают? Я сейчас проиграю. Не, мне нужно в 33 по-любому. Ну, наверное, сюда. Да. О, я знаю, что сейчас будет. Сейчас за мной погонится дядя какой-то страшный. Он будет вот здесь. Блин. Побежали. Такой прогресс, друзья. 33-я комната. Скорей. Блин. Главное не промахнуться. Вот здесь пролезть. Ага, умница. Куда, куда? По-моему, не сюда. По-моему, лоханулся. Вот сюда нужно. Черт, здесь. Он очень близко. Что это? Что это? Что это? Что меня колбасит? Что меня колбасит? Игра, перестань. Что делается? Что ты делаешь? Это от музыки меня так, наверное, колбасит. Ладно, я, кажется, умер. Сик поймал меня. Я добрался до глазастого чувака. Сейчас будем от него убегать. Надеюсь, в этот раз получится. Не хочется снова это все проходить. Это долго, муторно. Вот, хорошо, пока идем. Вот этот свет, нужно на него обращать внимание. Он нас направляет. И, кстати, он подсказывает часто, где найти какой-нибудь предмет полезный. Например, ключ. Куда? Куда? Я не знаю, куда. Наверное, неважно. Все, бежим, бежим. Все хорошо. Ёлки зеленые. Так, к рукам не подходим. Руки — это плохо. Черт, он близко. Он близко. Чувствую. А, мы победили. Да. Да. Идем дальше. 41-я комната. А там и 42-я. Я не совсем понимаю, что делать, когда я слышу пс. Иногда бывает, я слышу пс сзади себя. И даже если я не оборачиваюсь, в итоге меня все равно пугает. Я не знаю, как от этого защититься. Так, это какая-то отмычка. Это отмычка как раз таки от сундуков, кажется. Мне нужно пластырь еще найти, чтобы полный хп был. О, пластырь. Так, во-первых, ключ. Все, закройся. Пластырь. Ей. Полное хп. А теперь мне спокойнее, когда полное хп. И немножко неспокойно, когда падают шкафы. Стоит ли нам где-нибудь здесь шариться или забить? В принципе, тут особо негде шариться, только вот в той комнате. Но я не хочу найти. Опа, отмычка. Стоп! А раз отмычка, может быть, там сундук будет? Нужно посмотреть, что в сундуке. По-любому какой-нибудь полезный предмет. Да, сундук. Зажми и открой. И еще отмычка. Круто. Считай, ни одной отмычки не потратил. 44-я комната. Так, это значит, что оно сейчас прилетит. Ладно, с этим мы уже опытные. Все, выползай. Кстати, если здесь пролетел, почему здесь свет не вырубился нигде? 46-я комната, а значит 47-я нам нужна. Хорошо, что я посмотрел, хорошо, что я посмотрел. Вот это я внимательный человек. Идем. 48-я. Нет. Нет. Описание не найдено. Ошибка. Мне встретилась ошибка. Я не знаю, как я сдержался. Я сдержался и не закричал. Но было неприятно. 49-я комната. Оу, как библиотека. Почему не открываетесь? Почему не открываетесь? Твою мать. И эти тоже не откроются. Ничего не открывается. Что-то здесь явно не так. Что-то здесь явно не работает. Может, у меня... Может, у меня интернет глючит? Я тебя помню, я тебя... Я помню, что он слепой. Так, нам показывает, что нужно вот сюда. Нужно найти какую-то книгу здесь, да? Вон, я вижу.
Он свет показывает мне. Аккуратненько здесь идем. Итак, записка. Записка. Какие-то нужно сейчас будет искать символы. Значит, книжка 04. А ты можешь пониже держать ее? Нехорошо, нехорошо, чтобы он тут ходил. Итак, а ты покажешь мне, где книжка-то лежит? Нет. Нет. Не стой на месте. Вот, молодец, ушел. Умничка. Что-то вот он начинает ходить прямо туда, куда я иду. Зачем он так делает? Чуть направо еще, да, завернет? Сволочье. Черт, я не могу ни одной книжки найти. Погодите, одна есть. Это 7. Блин, нет. Тихо. Пожалуйста. Фу, ушел. Книжка. Еще одна семерка. Зачем мне это два раза показывать? Тут, наверное, еще какая-то книжка должна быть. Блин. Блин. Опа! Есть. X1. Как он так внезапно подкрался ко мне? О, блин. Фигура снова убила тебя. Чёртова фигура. Ладно, мы пробуем снова. Я думаю, в этот раз у нас все получится. Ну или в следующий раз. Или через раз. Но я сегодня хочу пройти ее полностью. Я снова добрался до фигуры. И я не слышу его. Где он? Почему не слышу шагов его? Он только что ходил где-то здесь. Опа, книжка. Итак, книжка есть. Еще одна есть книжка. Пожалуйста, шкафчик. Шкафчик. Он ведь не подойдет сейчас ко мне? Так, я начинаю дрожать. Однако у нас... Окей. Блин, началось. Тихо. Ага. Неплохо. Все? Что? Что происходит? Почему? Почему он стоит? Свали-ка. Свали-ка. Почему такая легкая была сейчас? Я не понял, почему она такая легкая. Так, 5. 5 углов, я так понимаю. Стоп. А это что? Еще какие-то книжки. Не берутся. Тут еще есть книжки, которые показывают нечто неправильное. Нечто обманчивое. Смотрим на листочек. А, вот же тут написано. 1 это ромбик. 2 это треугольник. Ромбик, треугольник, квадрат, крестик, шестигранник. Ромбик, восьмерка, треугольник, девятка. Квадрат. Где квадрат? Тройка. 1, 2, 3. Опять это сволочье идет на меня. Так, кажется, можно выходить. Вошел. Квадрат, крестик. Так, смотрим. Крестик у нас 1. И шестигранник 3. Ой, блин. Неправильно? Что я неправильно сделал? Что-то я опять неправильно сделал. Блин, это может быть роковое неправильно. Спокойно. Дыхание. Есть. Я понял, в чем проблема. Я не ту фигуру нашел. То есть... Я не ту фигуру интерпретировал, она по-другому наклонена. Мне нужна еще одна книга, походу. Вот ты сраная книжка. Есть. А вот и нужно 4 цифры. Вот цифра, которая мне не доставала. Скорей, скорей. Ах ты сволочь. Блин, из-за того, что я перестал ползти, да, я поторопился. Будь все проклято, ладно, давайте еще раз попробуем. Окей, мы наконец-таки добрались снова. Было не так-то просто, потому что игра иногда глючила. Иногда, в общем, очень ужасные вещи, страшные происходили со мной. Несправедливо, я бы сказал. Попробуем сейчас еще раз это сделать. Больше я не поднимусь никогда на ноги. Я буду только на корточках ползать. Отныне и вовеки. Значит, ромбик, квадрат... Треугольник, ромбик. Где он у нас? Где-то со стороны. Ага, 5. Квадрат. 6. Треугольник. 1, 2. Круг, крестик. 4. 9, пожалуйста. Твою мать, есть! Пройдено! Итак, мы прошли. Вы видите, что у меня другие предметы сейчас немножко, потому что мне пришлось перезайти в игру из-за маленьких... Ой, господи. Из-за маленьких косячков. И тут что-то новое. Нас какая-то тусня встречает здесь. А, ты пришел, подойди-ка. Иногда ненавижу Джеффа. Я должен столько монеток искать, чтобы покушать немножко, блин. Короче, какие-то ребята... А, мы можем что-то купить у него. Вот для чего нужно было деньги собирать. А я вот сейчас пробежал так быстро и ничего не собирал. Ладно, это ж такое, зажми.
Это мы просто на чай мы можем дать. Это какой-то ключ за 250. Ну, я ничего не могу здесь купить, что я не собирал монетки в этот раз. Ладно, пошел ты, Джефф. 53-я комната, друзья! Теперь мы будем, конечно же, стараться собирать монетки. А нужно ли... Ведь тут всего 100 комнат, как мне кажется. Слушайте, ну, раз мы так классно прошли, я надеюсь, что так и сохранится такой темп у нас. Что-то начинаются какие-то грязи. Это неприятно. 55-я комната, 55-я. Нам нужно обязательно помнить, в какую комнату мы зашли, чтобы нас потом не запороли случайно. Видите, у меня хп вообще не потрачено. Я идеально прошел здесь какие-то таблы. Пока я не знаю, для чего они нужны. Потом выясним. Ну ладно, если деньги нам до сих пор дают, значит, мы еще окажемся в комнате Джеффа. В какую мы зашли? 56-я. А здесь нужно будет ключ найти? Что это? Батарейка. У меня нет ничего для батарейки. А, блин. Все, я отпугнул. Я смог, тем не менее. А, все. Что произошло? Мне затушили свечку. Опа, где ты? А пошла ты! Есть! Спасибо большое. Иди сюда. Окей, все. Ты какого? Че ты начинаешь? Есть, справляюсь. Что-то прям нападает на меня активно. Стоп, в какую зашли? 57-я. Всего лишь одна жалкая свечка осталась. Ладно, идем вперед, 58-я. Пофигу. Преследующий чувак одноглазый еще должен раз точно прийти. 60-я комната. Осталось всего 40, друзья. Главное, чтобы игра не затупила, не залагала. Опа, это Раш. Это Раш, да? Ага. Все, окей, идем. 63-е. Нужно святилище какое-нибудь взять. 64-е. Что-то светящееся. 64-е. Значит, нам просто прямо. 65-е. Воу! Я посмотрел. Я, блин, посмотрел. Но меня не прокоцали в этот раз. Отлично. Все. 66-я. Дайте что-нибудь светящееся, ну. Так, не гудите там мне. 67. Слышу, что-то падает. 67-я, да, это была? Какого дьявола? Что было сейчас? Что было? Так, посмотри! Да какого черта происходит? Меня не в ту дверь просто, не в ту дверь меня кинуло. Ну я же не вижу ничего. А вот и надо было собирать. Надо было искать фонарики. Не нужно торопиться. У меня вообще по нулям практически хп. Ой, как плохо. Откройте мне дверь кто-нибудь. И здесь темно. 68-я. Плохо, ребят, очень плохо. Я на грани. Нужны ящики. Оп, я нашел ключ. А, фу, что это? Деньги не нужны. Деньги мне жизнь не купят сейчас. Смотрите, меня ведут. 60. Что? Как я здесь оказался? Это куда меня? Нет, мне нужно вот сюда. Чуть обратно не пошел. Стоп! Какой я ключ взял? Это 69-я. А, там 68-я. Все правильно. 69-я. О, блин. Ладно. Заходим. Как он быстро пришел. Так, выходим. 69-я. Это 69-я. Здесь так темно. И здесь так страшно. 70-я. Он сам открыл. Все в тени! Неужели я буду так всю игру? Пошли в жопу. 71-я. Опять нужен ключ. А где дверь? Где искать-то? Ага, вот. Так, главное без паники, не торопимся. Слушаем внимательно. Ключ, хорошо. Дайте пластырь. Слышите? Какой-то звук. Это звук, который как бы подсказывает, куда правильно нужно идти, в какую сторону. 70-е, ладно, проходим. 71-е, точнее, 71-е. Внимательно. Пластырь. Угу. Ребят, на грани. Ой-ой-ой. И ничего, да? Опять в темень. Ладно. Это у нас 72-я, да? Я так быстро забываю. 72-я. Окей. Опа! Мы поняли, кто сейчас нас ждет. 74-я. Твою мать. Значит, 75-я будет сейчас. Окей, 75-я. 76-я. Вот сейчас он будет. Блин, без пластыря. 76-я, окей. 77-я. О, блин, сейчас мы будем бежать снова. Ладно, надеюсь, тут будет так же, как было в прошлый раз. Потому что сюрпризы мне сейчас не нужны. Сейчас вообще патовая ситуация, на самом деле. Есть шанс не пройти игру совсем. Чего я не хочу. Ладно, побежали, давай.
Оп. Прекрасно. Есть. Ничего, ничего, ничего. Все нормально. Бежим. Не паникуем. Паттерны те же самые. Паттерны те же самые. Сюда. Хорошо. Огонь. Руки, огонь. Оп. Ой-ой-ой-ой, быстрее. Ох. Не прокоцайся, Евгений. 84. Ладно. Справились. Пожалуйста, пластырь. О, нет, кажется, пластырь не будет. 85. Черт! Они не дали даже шанса мне! Смотрите, он испускает уникальный синий свет. Используйте как преимущество. Но когда он сходу появился и тут же начал меня коцать, как это понимать, а? Какой шанс я должен был использовать? Блин, все заново, 85-я дверь. Я сделаю это! 8 гребаных часов спустя! Только что дошел до 52-й комнаты, и у меня теперь 565 денег. А значит, можно купить... Вот это я даже не знаю, что это. И вот это я не знаю, что это. Давайте. Зажигалка у нас есть, свечка у нас есть. Я хочу купить ключ, без понятия, для чего он нужен. Крест давайте возьмем. Почему бы и нет? Все, зажигалку. Ой, зажигалку одну купим еще. Все. Прекрасно. Я думаю, теперь мы можем идти. Мы должны это сделать. 65-я комната. О, так, это что-то новенькое. Такого я еще не видал. Смотрите, ключ. Давайте попробуем. Что это? Золото, золото, золото. Очень много золота. Это ключ от золотой комнаты. Я еще не знаю, для чего крест нужен. Я не знаю, может быть, какой-то иммунитет дает. Посмотрим. Бежим. Так, сюда. Я уже научился краем глаза смотреть. Сюда. О, прямо. Все шансы есть. Все шансы есть. 80 какая-то там комната. Ой, какие шансы у нас, друзья. Как хорошо идем. 81-я. Прощай. Ха-ха-ха. 82-я. Что за... Ой, зачем я? Ну ладно, в принципе, неплохо. Бежим, 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 бежим. Сейчас мы... 84-я. 85-я, где мы сдохли? 86-я. Чёрта! Опять то же самое. Он без предупреждения меня убил. Тебе потребуется покинуть свое укрытие несколько раз. 87-я дверь. Боже мой, как это все сложно. Итак, 81-я. Сейчас будет эмбуш. Мне нужно срочно найти, где прятаться. Тут негде прятаться. Ну, нас же не будут так подставлять. 83. Вот здесь. У-у-у. Выходим. Обратно. И обратно. Сколько он так? Я скользкий тип. Есть. Нет, глаза. Глаза, это плохо. Лампы. Лампы померцали. Может быть, раш еще? Дай бог, раш еще придет. 85-я. Есть! Продвигаемся. Зажигалка полная. Значит, 86-я. Сожрем таблеточку одну. Нет, сейчас бессмысленно, мне кажется. Сейчас будет темно еще мне. Сволочь. 86-я. Мы через 86-ю, по-моему, прошли, да? Выходим. Значит, сейчас должна быть 87-я. А, он сам прошел через нее. Спасибо, друг. 88-я. Ладно, давайте сожрем таблеточки. 89-я. Что? Что это? Я не готов тут ни к чему. А, все. Таблетки уже не действуют. Конечно, тут как-то мило, но мне некомфортно. 90-я. Нет. Срал меня только что чуть-чуть. Надо резко отворачиваться, а я не резко отвернулся. Где выход? Пошла. О, блин, нагнетается атмосфера. Вот 92-й. Чика. Не смотрим. Ой, жесткая атака началась. Прячемся. Пожалуйста. Неужели не усп... Да что ж ты будешь делать? Что-то на иностранном мне тут впаривает.
Сволочь. 93-я дверь, господи, как это сложно. 67-я комната, друзья. И вы, наверное, заметили, что у меня немножко другая прическа. А все потому, что я уже несколько дней... Тихо! Я уже несколько дней пытаюсь записать этот видос и все время проигрываю. Мне не получается пройти, поэтому я вот... стараюсь для вас, мучаю свою жопу, пытаясь пройти эту игру. В принципе, мне кажется, что я готов абсолютно ко всему в этой игре. В теории. Учитывая то, сколько раз я уже перепроходил, я видел, наверное, все. И вот с таким вот боевым настроем, уверенным, идем в 69-ю комнату. 92-я. Черт, там глаз на меня смотрел, я не увидел, я не сразу увидел. Блин, ну в таких местностях огромных, ну нельзя ставить глаз. Ладно, всего лишь половину просрал. Если я еще раз так на него посмотрю, мне хана, 93-я комната. Давай, включайся, фонарь. 94-я. Как... Пизды! О, успел. Ай, красава, я... А! Да господи, там глаз опять. Пошел ты! Нет! Еще будет... Хрень пошла! Фух, смог. Смог. Не смотреть. Так, блин, идите! Атака началась полноценная! Валим! 97-я комната! Включи мне свет! Подождем? Да-да, правильно сделал, что подождал! 98-я, друзья, 98-я! А! Что это? Ловушка! Шипы! К этому я не был готов. Смотрим под ноги теперь еще. 99-я? Тихо! Вон она, сотая. Первый раз в жизни. Сотая! Что это? Что это все такое? Слышите? Шум. Я так смотрел чуть-чуть, немножечко гайдов. И тут вроде бы должен этот фигура появиться должна. Но я ожидал библиотеку и опять же ту же самую штуку с книжками. Вот это я не ожидал. Смотрите, вот сюда свет показывает. Зажмите. Ключ нужен. Интересно, отмычками можно взломать? Я взломал. То есть можно и двери было те открывать, которые были под замком, просто отмычкой? Значит, здесь нужны вот какие-то такие штуки. Это щиток от лифта. Это, наверное, лифт здесь. А вот написано выход. Ну-ка. Опа! Тварина! Сюда! Ведь куда он делся? Он меня не увидел. Он стоит. Он что, затупил? Как я принял правильное решение? Все, он ушел. Значит, наверное, мы можем пойти вот сюда. Погоди, там еще можно вниз. Можно еще и сюда наверх. Слышите? Окей, первая штука. А вот, собственно, и лифт. Слушайте, по таким коридорам, как же мне его миновать? Я пошел вниз. О, ты че такое? Слушайте, я уверен, тут какой-то интересный лор у всего этого. Ну-ка, зажмем. Это телепортер? Мы получили фонарик? Я не понял, что это такое. Что? Мы должны сюда что-то положить. То, что у нас в руках. Окей, кажется... А, все, ниже мы не можем пойти. Только теперь туда, в ту сторону. Да, вот сюда. Все, мы сейчас аккумулятор поставим. Что? О, блин, я думал, только один нужно. Их нужно 8 штук найти. То есть это, получается, вон туда нужно пойти? О, нет. И как ты хочешь, игра, чтобы я там что-то делал? Он же тут ходит. Погодите, вон шкафчики повсюду. И эти открылись, кажется. Я же справа пришел. Куда вот он в сторону сейчас пойдет? Вон, я вижу. Раз. Нет, пожалуйста! Пожалуйста! Два, три, четыре. Стоп, вот здесь. Пожалуйста, иди просто прямо. Есть. А, вон еще один вдалеке, я его не заметил. Ой-ой-ой-ой-ой! Как я вовремя. Раз, два. Ладно, тут известная механика. Главное не запороться здесь. Я так близок к победе. Да. А что ты не выходишь? Смотрите, не выходит мой персонаж. Глюкануло, что ли, опять? Смотрите, какое говно. Да что ты гов...
Я снова перепрошел всю игру. Я добрался до последней комнаты. Теперь мы должны это сделать. Ну, игра должна мне наградить за мое упорство. Вы должны наградить меня за мое упорство. Ставьте лайк, друзья. Я, наверное, 100 раз перепроходил уже эту игру. Вот сколько здесь комнат в этой игре, столько я и проходил. Блин. Скорей, 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 скорей! Окей, избавился. Он ушел. Может, тогда пойдем за ним, сразу здесь все зачистим. Слушайте, ничего ж не видно-то. Окей. Я тут спрятался, и нужно опять провести работу над сердцем, над дыханием. Так. Идеально. Кстати, типа, мы можем выйти? Прекрасно. Отлично, и начали подсвечиваться. Теперь мне станет легче. Я уже собрал штук 4, наверное, или 5. Ой, блин. Фух, как хорошо, что он слепой. Вот, еще 2 штуки осталось всего. Нет, нет. Прячемся. Приходит, да, придется еще один раз, походу. Я просто бит-машина. Все, ушел. Сердце убирается. Куда он идет только? О, блин, в мою сторону идет. Кстати говоря, там свет был, значит, еще один аккумулятор. Или что это, предохранитель находится здесь. О, в другую сторону пошел. Ну, красава, ну, красава. Ой-ой-ой, бежим отсюда, пожалуйста, быстрее. Шкаф! Сейчас он опять снова, да? Сердечный приступ небольшой. Раз, два. Ой! Остался последний аккумулятор, он находится наверху. Куда ты пошел? Как ты, какого хрена ты меняешь направление внезапно? Все, иди туда. Умница! Умница! А мы тем временем ползем наверх. Слышите? Вот он звенит. Последний! Давайте подумаем. Что может сейчас произойти? Возможно, он на нас побежит, и нам просто нужно будет гнать. Это значит, побежим наверх. Он идет в нашу сторону. Давайте пока подождем. А, окей, я понял, побежал туда. Ну что ж, давайте все ставим. Да, да. А, нет! Да! Смерть! Мразота! Подохнет! Подохнет у меня на глазах и сделает мне приятно. Есть! Что теперь? Что? Что-то нужно делать? 7, 10, 1, 5, 2, 3, 6, 8, 4, 9. Что? Что я должен сделать? Надо нажимать по порядку? А, может быть, те, что светится, надо нажать или что? Я сейчас сдохну, да? 5, 4, 6, 7, 9, 8, 5, 1, 6... Что это такое? 10, 8, 2, 6, 2, 4, 10 включено, 7, 9, 6 включено, 5, 8 включено, 1. Окей, 9, 3, 5, 7, 2. 9, 7, 4, 5, 1, 10. Получилось? Я включил! Фу! Что это? Бежим! Оно живо! Оно, мать твою, живо! Куда бежать? Скорей! Заветную кнопочку жми! Присядь, отдохни. Присядь, отдохни. А я постою, потому что жопу уже отсидел. Знаете, если это все... Он просто взял и западло нам сделал под конец. Опа! Круто! На самом деле это всего лишь начало сбежать из отеля. Блин. Вот, несмотря на то, что я столько времени потратил на эту игру, несколько дней реально пытался ее записать, все время просирал, очень много чего вырезал, и бесился просто, вы не представляете, как сильно. Сколько грубостей и проклятий звучало за кадром. Но несмотря на это все, я испытал максимальное удовольствие сейчас, потому что я все-таки прошел. Наконец-таки, и вы это увидели. Это я люблю, когда игра челлендж какой-то ставит перед тобой. Сможешь ты или нет, несмотря на то, что я сложная достаточно. И я смог. И я заработал 152 запонки, я не знаю, что это такое.
Но... Видимо, это большая награда. На самом деле, лучшая награда то, что внутри. Внутри адреналин разливается сейчас. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Я знаю, что я подзатянул с выпуском этого обновления. Опять же, очень долго проходил. Не знаю, как все это делать быстро. Видимо, я нуб. А, да я есть нуб. Мы ничего нового не узнали про меня. С вами был Юджин, друзья. И всем, конечно же, мощнющая, несгибаемая и не сдающаяся пятью. Вы готовы? 2, 3, 7, 5, 8 и 5!